Здравствуйте, дорогие зрители! YouTube-канал обзоров телепередач «Телеклуб Оксаны Гетман» представляет видео о последнем выпуске пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж» на телеканале СТБ. И тема сегодня «Как выжить в женской конкуренции». А вы напишите мне в комментариях, кто из этих конкуренток женщин вам нравится больше всего. Естественно, из проекта «Холостяк». Что мне нравится в этом сезоне «Холостяка», так это то, что девочки сами уходят с поля боя. Это так нетрадиционно для этого проекта. Очень, очень милой на шоу пришла челка «Элитка» с новой челкой. Вызвали, значит, Настю, потому что она сбежала с корабля со страха. И она, сожалея о том, что она в прошлом была порно-актриса, вышла в таком наряде, ну это можно просто дать Оскар за этот наряд, только одевать его нужно не в люди, а рядом с мужчиной, со своим, наедине. Но костюмчик шикарен. Как-то не очень похоже, чтобы она сожалела о своем интимном прошлом. Михаил, кстати, записал для Насти видеообращение и даже сделал ей маленький подарочек, а именно букет роз. Лола так завидовала во время этого видеообращения. Ну и на диван пригласили Лолу. Она, конечно же, очень яркий персонаж. Жалко, что она ушла. Смотреть на нее было потешно. Но о ней мы поговорим в следующем видео. А вы мне напишите в комментариях, какая холостячка вам нравится больше всего. Жду от вас пальчики вверх и до новых встреч!